Первая жертва голодовки Геннадий вновь вернулся в палаточный городок. Накануне один из голодающих у здания правительства упал в обморок. По словам медиков, у Геннадия до критического уровня упал сахар в крови. Ситуация его осложнялась тем, что протестующий объявил сухую голодовку. Он не только отказывался от еды, но и от воды. Геннадия увезли в больницу, там он провел ночь, а уже сегодня опять вернулся к несогласным. Там-то его и застали медики, которые в 6 утра пришли проверить здоровье протестующих. Геннадий пообещал, что голодать больше не будет. Остальные на здоровье не жалуются. Тем временем палаточный городок растет. Сегодня там уже разбиты 12 палаток. Лагерь протестующих становится все более обжитым и благоустроенным. Там даже появилась газовая печка. Ежедневно палаточную коммуну навещает примерно 100 человек. Помогут только